Привет, друзья! Сегодня мы расскажем вам о лыжных перчатках Marmot Ultimate Ski Gloves. Главная причина, по которой мы решили это сделать, их цена. Они стоят 4860 гривен, это около $180. И это самые дорогие лыжные перчатки в нашем магазине. Посмотрим, что же в них такого интересного. Сначала про внешний вид. Перчатки выглядят массивными. Поверхность ладони сделана из кожи, о которой мы скажем отдельно. На внешней стороне есть также вставки из кожи и вышитая надпись «Marmot». Практичны ли эти вставки? Думаю, нет, это скорее декоративный элемент. Что в них действительно функционально, так это высокая манжета с двумя утяжками. Одна на запястье, другая чуть повыше. Тянете за кожаный ремешок, затягиваете. Тянете за красную ленточку, отпускаете. Очень полезная штука, чтобы снег не попадал внутрь. Еще один большой плюс – это дополнительный шнурок, которым вы можете зафиксировать перчатки. Было бы очень жалко потерять перчатки за такую цену. Вы скажете, выглядит неплохо, но за что же столько денег? Все дело в материалах, тех, что снаружи, и тех, что внутри. Кожу для этих перчаток Marmot решил заказать у английского бренда Peterts, которому почти 200 лет, и который делает кожаные аксессуары для фэшн-индустрии, спорта и военных. Например, лучшие перчатки для поло и гольфа – это перчатки Peterts. Их кожа также используется в ботинках Berghaus и наушниках Sennheiser премиум-класса. Кроме того, в качестве утеплителя Marmot использует здесь Primaloft. Пока что лучший синтетический утеплитель. Но самое интересное здесь – это мембрана. Внутри используется Gore-Tex с технологией Gore-Worm, когда между мембраной и защитным слоем находится слой утеплителя. Так что Gore-Tex здесь – это не только водонепроницаемость и дышимость, но еще и дополнительная термоизоляция. Перчатки, конечно, очень теплые. Они все-таки рассчитаны на сильный минус. При этом теряется удобство посадки. Сгибать пальцы не всегда легко и комфортно, и хват за лыжную палку не очень уверенный. В целом у Marmot получились очень качественные и достаточно продуманные перчатки для жестких условий с низкими температурами. Спасибо за внимание и до встречи в горах!